Молдавский спецназ «Фулджер» участвует в военных учениях в Румынии. Силовики Молдовы оттачивают навыки совместно с военными одного из румынских батальонов. Занятия проходят на одной из тренировочных баз в горах. Программа разработана специально для комбинированного обучения военных. Ее применяют в вооруженных силах США. Американские инструкторы ранее уже тренировали молдавский и румынский спецназ. Учили десантироваться с парашютом на воду, захватывать опорные пункты противника с воды на легких моторных лодках. А также отрабатывали боевую подготовку в городских условиях. Совместное учение спецназов Молдовы и Румынии до 17 февраля.